В ГУМе начали торговать футболками с изображением президента России Владимира Путина. Как сообщает Этартас, очередь из желающих приобрести футболку стоимостью 1200 рублей выстроилась в магазине за час до начала продаж. Коллекция «Все путем», по словам дизайнеров бренда Анны Трифоновой и Ивана Ершова, посвящена успехам России на мировой арене. Одним из покупателей стал американский киноактер Микки Рурк. «Если бы он мне не нравился, я бы не купил футболку. Я встречал Путина несколько раз. Он настоящий джентльмен, очень классный, нормальный мужик. У меня русская подруга, это все, что меня интересует. У ней хороший папа, мама отличная, бабушка замечательная. Для меня это вопрос семьи, мне плевать на политику». Дизайнеры бренда обещают поклонникам подготовить к осени много новых сюрпризов.